Любви ищут партнера, способного на поддержку и преданность. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Очень часто владельцы этого имени – целеустремленные реалисты, обладающие лидерскими качествами. Носителям этого имени очень важно, чтобы их любили, признавали их заслуги и усилия, восхищались результатом их трудов. Верность слову, а также выбранной цели – это основная отличительная черта. Блеск, искрометность – вот впечатление, которое оставляет после себя обладатель этого имени. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Они готовы пойти на самопожертвование, даже если это не является необходимостью. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Носителю имени не придется заставлять трудиться. Владельцы этого имени требовательны к себе и к другим. Присутствие буквы «О» в этом имени говорит о постоянном стремлении к совершенствованию и самореализации, желание как можно полнее использовать свои способности и возможности. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Это яркие личности, обладающие благоразумием и рассудительностью. Для полноты реализации они должны понять свое предназначение, для чего нужно воспользоваться своей богатой интуицией, чтобы понять предуготованную им цель. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они верные, надежные и честные, уверенные в себе, амбициозные, любят риск. Люди с буквой «С» в имени часто в зависимости от обстоятельств меняют свои поставленные цели. Расположенность к Лене у этого имени и созерцательность затрудняет поиск своего жизненного предназначения. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.